Всем привет, ребята, с вами Ванёчек. Сперва небольшая реклама. Кто первый подпишет на мой ТГ-канал, я тому дам 10 голды. Все, что надо сделать, подписаться на мой ТГ-канал, я увижу это в районе 3 дней и напишу вам в определенное время, когда мы, по идее, встретимся в поливаре. Еще одна небольшая реклама. По Новый год я разыгрываю 100 голды. Все, что надо сделать, поставить лайк под этим видео, написать добрый комментарий под этим же видео, подписаться на мой канал и подписаться на мою телегу. В принципе, все. Можем переходить. Извиняюсь, кое-что еще. Я на ваших экранах создаю свой клан. Думаю, назову его ВТ. Если хотите вступить в мой клан, сделать те же условия, такие же условия, как и для получения голды. И еще, если сделаются несколько человек это, то я выберу самого первого. Хотите поучаствовать, быть в моем клане, участвовать в моих видео, тогда делать себе такое же приписку в ВТ и пишите мне и пишите в комменты. Блин, пришлось убрать решетку вот такую, потому что с нее не будет третьей семерки. Печально. Заходим к каким-то челам, возможно, уже катка началась, но в принципе пофиг. А нет, не началась. Раунд пистолетка. Сейчас разрабы, мне кажется, сглупили. Я лучше всего умел на Зигл играть. Или ХК-П30. НК-П30, ну, без разницы. А сейчас это самый имба Глок. Это мне вот не нравится. Но с него как раз-таки нормально делаю киллы. Надо, кстати, себе в настройках сделать, чтобы FPS и пинг показывались. Чтобы вот тут крыса не вышел. Блин, мой чел вообще на Б где-то. Хорошо. И просто дефьюзим. Раунд за нами, конечно, не знаю, как он так тупо слился. Вообще я должен был очень глупо слиться. И уже расстроился даже. Но все же у него опыта поменьше. О, у чела Акхэр Голд. Ты даже киллов, мужик, не сделал. Откуда у тебя Акхэр? Ой, блин. Боже. Тима просто спасает. Тем не менее, остается еще 2 часа. Я хочу проверить. Опа. А это мой чел. Да, бомба не на А. Идем на Б. А, он там был, боже, какой я лох, я просто даже не посмотрел в бок, я не посмотрел на мини-карту, я обычно привык смотреть на мини-карту, а теперь вообще, кстати, почему-то мне не нравится вот звук, как эта бабочка издает, но почему-то он мне нервирует меня, раньше был получше. Мне кажется. Ну, я не знаю, думаю. Флэш закинет. Блин! Да как? Ну, у нас нет шансов. Да. Он просто в АФК, что ли, встал? Боже. Да почему я просто взял нож и решил просто взять нож и кинуть хаешку. А это он вылез. Кстати, может мне его в ДР добавить? Вот этого, кстати, чела. Хотя... Ну, Артемий... Давайте... Он же меня убил. Хотела любовь. Потом посмотрим, кто меня так классно забрал. Потому что он реально офигенно играет. Мне нравится. Мой тиммейт зря ему сюда садился.
Короче, на букву Г. Где он? Добавить. Думаю, он в мой клан может пойдет. О, да, отлично. Пойду за дефьюзом. Дефьюзом. Блин, ну почему ты дефьюз? Может, отпустишь кнопку? Этот раунд за нами. 2-2, я думаю, мы вытащим. Почему я так думаю, я не знаю, потому что наш шанс... Потому что я против них, ну, не особо. У меня много опыта с ними поиграть. Ой, блин, молотов хотя бы кинем. Так. Блин, эйс! Черт! Да, у него перезарядка. Найс. Просто минус 3. А где бомбат? Ну, они здесь были. Бомбат там. Значок. Чтобы он отвлекся, я думаю, я обойду его так. О, это эйс. Или сколько? Их 4, это эйс. Вообще минус 5, но их всего в команде 4. Имба. Имба кратко просто забрал столько людей. На КР хватает просто. Мне не нравится, вот сами посмотрите, анимация этого. Она вводит, видите, сквозь текстуру. Разрабы пробовали просто на обычном. АКР без этого, без прицельчика, без этого приклада, ой, увеличение этой всех фигни, не знаю, зачем я молотов кинул, просто потратил хороший молот. Но вообще люди... О, Тима хорошо. Двоих забрала Тима, я вообще ничего не делаю. Давайте поможем. Так, давайте просто заслоним. А, все. Блин, было бы классно, кстати, в полипаз задонатить. Я, конечно, так говорю. Возможно, каждый уже второй чел донатил в поливар. Потому что, когда я вижу очень классные скины за 500 голды, я не особо верю в то, что это реально накопили. А я так вижу достаточно много раз, каждый третий раз точно. Они могли еще в полипас донатить, так что мне кажется, там уже каждый... Опа! Первый. Ну, мне кажется, что... блин, что это... Да, боже. Он, наверное, думал, что я тут один? О, кстати. Корман? Давайте Блин, я на него, пожалуйста, ладно, добавим. Ничего с ним не будет. Кстати, я заметил то, что в поливаре увеличилось, как сказать, увеличилось, больше читаков стало. Чел, я дефнула. Не знаю почему, но все делают так, то что раунд закончился, всех уже, ну, никого не убивает, и все равно перезаряжается. Это, можно даже сказать, перфекционизм. Ох, АК-30, сейчас это отстой, или я не разглядел, что у него. Ну, точно не глок. А, не глок. Спин. Кил. Там было два. Да-да-да, два, блин. Мы два в один. Я думаю, мы затащим. А, нет! Или да, вон там просто трупак валяется. Ой, как глупо. Просто. А, я его намол.
Кстати, это какой первый, второй человек, которого я на молот взял? Просто мне кажется, молотов чисто ради перекрывания пути. Чисто его задел, и все, ты это понимаешь. Это имба. Теперь я стал молотов брать, но мне не хватило сейчас. О, нет, это бежать. Как крыса. А, наверное, сейчас сомнительный. Или он забрал, его забрал. Кстати, люди, возможно, на бомбе уже. Да. Возможно, на бомбе и не один. А, не один. Откуда? Стоп! А, я дурак! Дурак, боже! Почему я на мини-карту не смотрю? Не вопрос. Что я не смотрю на мини-карту? Это же просто банально. Опа. Да блин, нет. Да, все, надо пополнить коллекцию. Соскринить. Вот. Я просто скриню и потом в галерее показываю. О, все. Офигеть. 9 в 2. Ну, сейчас как раз таки спросим. Это приват. Спросим, будут ли они со мной, так сказать, дружить. Это кто? Я даже не помню, как там у них ники уже какие. О, чел. Да. И, кстати, в Блиц нормально сейчас задрочи, кому интересно. Ну, с вами был Ванёчек. Подписывайтесь, ставьте лайки на канал. Еще раз, ну, хвастаться так хвастаться. Во-первых, у меня есть такой не особо известный ютубер. 2H. А, нет, 3. Это Токси, ну, там, вы его вообще не знаете. Так, Черныш, это Черноград. Или это не Черноград? Ну, смотри, он донатер. Это, мне кажется, Черныш. Но у него нет ранга вообще. Под сомнением. И еще мой любимый ютубер, кому интересно, где он? Вот. Нази. Офигеть, он просто чувак задротит. Просто играет 24/7. Он был... Я, кстати, ему кидал заяву, кто не видел ролик... прошлый. Смотрите, где я пыталась с ним связаться. Ну, не смотрите, потому что там фигня полная. Не получилось в итоге. Да, офигенно. Офигеть. А сейчас топ рейтинга это... Жаль, Нази на втором месте. Это вот. Он в игре? Конечно, добавится, друзья. Почему бы и нет? Да просто по рофлу добавлю всех в друзья. Чисто. Еще один ютубер. Чисто пополнить друзей, потому что, оказывается, сейчас это, ну как, нормально, да, достаточно. Ну, сейчас это вот так показывают обзор, и у кого больше. Но меня не сильно много. Был. Нет ранга, я не представляю. Люди вообще не играют. Ну, с вами был Ванёчек. Ставьте лайки на канал. Увидимся в следующем ролике. Пока.